спасибо за поздравления. Ощущается, в принципе, нормально, как обычно. Так, у меня день рождения не выпадает, что как раз сезон, но только начало, поэтому не до каких-то больших празднований. Вот, поздравили в команде, после была тренировка, даже две у нас получилось, поэтому такого ничего сверхъестественного. Да, было много достаточно поздравлений, даже так на удивление. Да, в принципе, желали здоровья, наверное, самое главное, больше всего это здоровье желал у людей. И ну, побольше, так сказать, матчей, там, выигранных трофеев, то есть такое, больше, наверное, такие пожелания от болельщиков. Поэтому всем, кто поздравил, спасибо большое и всем привет, приходите на стадион, болейте, поддерживайте, будем стараться радовать вас победами и забитыми голами. Да, наверное, нет. Больше, может, люди какие-то там подходят, вот, уже там долго, ты там это, а сам как-то не замечаешь. Идет время, сезон за сезоном, то есть тут что, тут нужно просто доказывать каждый день свою состоятельность, и я рад здесь находиться. Промежуток времени, конечно, такое значимое, но я как бы не хочу на этом останавливаться, хочу двигаться дальше, поэтому сильно на этом не зацикливаюсь. Ну, в принципе, конечно, это для нас потеря очков, но собрались, поговорили, обсудили эту игру и двигаемся дальше. Сейчас самая важная игра с Нафтаном, уже в воскресенье в 6 часов, поэтому настраиваемся на следующую игру. Ничего катастрофического там не произошло, да, потеряли очки, но, в принципе, еще много матчей впереди и настраиваемся серьезным образом. Ну, стараемся, да, работаем над этим, много и по линиям работаем, то есть оборона отдельно, атака отдельно, то есть стараемся сделать все, чтобы играть на ноль, поэтому пока что, да, вот так вот получается, надеюсь, дальше будет еще более надежнее наша игра, поэтому двигаемся вперед в этом плане. Когда так смотришь, то вроде было много людей, потом раз, один, второй, третий, и как-то так думаешь, блин, вроде столько людей было, но это футбол, поэтому никто не застрахован от травм, да, у нас такие вот были там перелом пальцев, то есть, ну, для футбола, наверное, такие не самые частые травмы, ну, это футбол, еще раз повторяю, то, что никто не застрахован от травм, поэтому работаем, мы стараемся выжимать максимум себя. Ну, переменчиво, как бы было, да, тепло, сейчас уже похолодало, но ничего страшного. В принципе, в апреле, наверное, скорее такая, чем такая жара, как была, потому что пару дней было прям такое лето, можно сказать. Вот, поэтому все нормально в рабочем режиме. Если бы там, не знаю, если бы снег, наверное, выпал бы, какой-нибудь снегопад, тогда было бы странно. А так, в принципе, работаем как обычно, недельный цикл, готовимся к игре. И ждем, конечно, воскресенье, чтобы порадовать наших болельщиков. Да, я думаю, боевая игра будет, как и все, наверное, предыдущие. Понятно, что на чемпиона все будут настраиваться. Непростая игра нас ждет, но при этом мы сконцентрированы и сосредоточены на этой игре и будем делать все, чтобы набрать 3 балла.